Тут на кустах кизильника растет хмель, и вот в такие вот сам себе надежда и опора, в общем, делает вот такие вот столбики. А вот тут у кленов какие-то очень аккуратненькие блестящие стволы, прям красота неземная. Роскошные виолы у нас тут прямо в географическом центре города, около магазина «Зайчик». Очень красивые. Вот я вблизи сейчас поснимаю какие-то особо красивые. Разные-разные. Вот, собственно, то, что осталось от нашего любимого японского клена, самого красивого в городе дерева, которое было на японские гравюры очень похоже. Ну ничего, ну вот как могло, так выросло, теперь у него голова есть. Тут растут вот такие интересные полсосны. То есть в правую сторону ничего нету, а в левую вот ветки. В городе цветет совершенно потрясающая сирень. У нее листья не как у обыкновенной, а какие-то другие, но мы не смогли определить. Там бывает какая-то пушистая, какая-то комарова, еще кто-то. Но она совершенно одуряюще пахнет.